сегодня на канале Миса, и сегодня мы приехали с мамой в кино. Привет, друзья! Ну что, у нас сегодня уикенд, и мы приехали с Мисс Сани посмотреть фильм, да, Саня? Какой фильм? Как называется? Черные драконы. Сердце дракони. Сердце дракона. Нет. Черные драконьи среды. Да. Слушай, ну как красиво теперь стало все после реновации. Я не знаю, мы показывали это в ролике когда-нибудь еще? Да? Только, да, уже где-то показывали? Ай, да, когда ты шла, слушай, с этой, со Смильцей, да, в какое-то кино. Да. Сейчас я вам покажу, как тут у нас классно. Смотрите, смотрите. Что, наверное, понемножку идем, да, в залу, а потом я в камеру выключу, и мы потом уже посмотрим, ты расскажешь свои ощущения про фильм. Давай тоже возьмем, подожди. Завод купили. Как всегда, стандартный набор знатока кино или смотрящего. Саня, скажи. Ну все, давай пять. Все, пошли. Ну вот, фильм уже закончился. Попкорнов осталось только вода с сюжетом. Ну как тебе? Привет, друзья, я с вами не здоровалась сегодня. Очень классный фильм. Ну знаете, конечно, он, наверное, немножко еще вот столько не очень детский, да, Саня? Немножко, но история была вот такая вот клевая очень. Мы только что вышли из кинотеатра. Сейчас я вам покажу. Вот. Вот так у нас немножко кружится голова от этого просмотра, потому что все время голова вот так была вверх. Ну а что, сейчас понемножку мы, знаете, куда едем? Мы едем покупать теперь в другой магазин Мисс Сани, как называется, для планшета. Чехолчик. Ну, если вот. Да. Ну а что, пока теперь подожди, что еще сказать. Ну что, еще мы еще не прощаемся, да? Не прощаемся. Привет, мы уже приехали в город. Холодновато чуть-чуть. Да, ну что, Саня, давай пошли немножко тогда прогуляемся. Все втроем. Купили Сане очень классный чехолчик для планшета. Сегодня очень классно, потому что в городе субботу и воскресенье не надо платить за паркинг. Мы получили очень классное место. Я, кстати, наверное, мы с Саней в этих своих влогах никогда не показывали, где мы находимся, да, вот в этом месте. Тут очень красиво. Я тут даже не была. Да? Нет. Ну как не было? Мы здесь с той стороны. Я пешочком не могу. Ну давай вот с этими. Давай, идем покажу. Смотри, как красиво. Вот сейчас. О, вау, смотри, как красиво. Я подумала, что он настоящий. А да, и собака. Тут костел. Очень старенький. Если хотите, вот смотрите. Это костел? А в него можно выйти? Можно выйти? Если кто видит, вот даже написано по-английски. Если по-русски, Виталтаса и Девы Марии. Костел хождения на небеса. Вот так называется. Вот тут открывается очень красивая панорама города. Очень старого города. Видите, какой тут мы идем, по какой этой? Сейчас я вам покажу. Ты помнишь, мы хотели с тобой поехать все, с папой, ты и я на этом вот тут. Ну, катерок такой тут ходит. Осторожно, Саня, сейчас мы все тут ноги поломаем себе. Нет, я не в курсе. Нет, нет. Тут рыбачат. Рыбачат. И вот, видите, как тут красиво. Тепло. Ой, но тут и тепло. Саня, да. Видишь, как-то не очень холодно, да? Я езжу в машине. Жалко, катерочка этого уже, конечно, нету, потому что уже, наверное, не летний сезон. А тут машины не ездят. Нет, тут машины не ездят. Ну вот, набережная, видите, как красиво. Вот, Саня, осторожненько только. Ну а что, ну тут... Мне тут так страшно. Ну так туда так не ходи. Ну вот, сейчас я вам покажу панораму красивую очень. Смотрите, какое течение. Да. Вот, ой, как красиво, осенние листики. Давай пойдем нарвем
Или наберем домой. А там смотри, какие классные. Давай пошли туда, Саня. Давай все сядем. Папа с нами, давайте. Все вместе, да? Да. Давай. Пошли. Туда на скамейке сядем. А давай спирали. Надо ли? Ну давай. Иди собери. Ой, как я уже тут давно не была. Слушай, вы, наверное, прошлой зимой все втроем тут были, да, нет, Саня? Нет, не была. Ну как ты не была? Потому что мы с папой, да, наверное, вдвоем гуляли. Сейчас покажу место, где этот ходил такой маленький кораблик. Вот отсюда, вот он ходил. А тут, видите, теперь ловят рыбку рыбаки. Рыбачат, короче говоря. Сани! Осенние, какие красивые листья! Давай набери много-много. Много, так сколько. Ну, чтобы красивые были. Ну и хватит. А? Все? Ну-ка, покажи. Вау, красивые какие. Давай пошли туда, сядем. Смотри, как там классно. Да? Ну вот тут вот, вот. Потому что тут, когда бывают какие-то концерты летние, тут идут же концерты. Тут ставится такая большая, как эстрада. Ну да, не очень приятно ходить. Но хорошо, что мы все в удобной обуви. Потому что если бы я уже была на каблуках, так было бы не очень. А так совсем и ничего. Саня, давай раскроем тайну. Знаешь, какую? Что тебя все одноклассники узнали, что у тебя есть канал на YouTube. Да? Пошли, давай. На самый верх? А может, тут где-нибудь сядем? Ну, давай. Давай. Вау, давай. Тут классно. Я только не хочу испачкаться. Вместе любим хаос. Где? Ай, да, точно. Написано тогда. Карту милим хаос. Это на YouTube. Супер. Тут очень классно. Ну, видишь, совсем не ветрено, ветра нету, ничего. Скажи, такая очень хорошенькая чайка. Панорама. Чайка. Ай, ты не можешь совсем смотреть, потому что тебе солнце светит. Да. Давай я тебя немножко вот так вот. Или вот так вот, смотри, вот так сделаю. О, вот так. Вот так. Прямо... Хочешь вот так сделать? Нет, ты садись. Все хорошо. Так вот, если бы вы были в машине, я бы вам показала этот, как его, прикол. Ну, потом, если летим. Хочешь, будем в машине, включи камеру и покажешь. Или наоборот, потом уже дома. Дома, может. Может, дома уже покажешь, дома. Тогда потом. Еще покажу этот лайфхак. Ай, так давай в следующем видео отдельно снимем. Да. Ой, это будет классно. Да, только надо, знаешь что? Ну давай уже теперь передадим. Мне не говори. Ну не хорошо, не буду говорить, совсем ничего не буду говорить. Нет, идея, это, чья это, идея? Это про чехлы для телефона. Надо этого. Ой, мама, осторожно. Короче, да, да и скайдрус как. Вот ты сказал. Прозрачный. Прозрачного чехла для телефона. И дальше я вам завтра скажу. Или сегодня. Как классно. Слышишь, колокола где-то звонят, да? Наверное, это в костёле был... звонят, да? Так сколько времени у нас теперь? 5:30. Как-то интересно звонят. Прямо. Почему не 5:30, не в 6, а без 5? Ага. Или мои часики, может, уже спешат, да? Ага. Может, давай поднимемся еще, вот пойдем? Было, если вот, это, вот такая вот фотка на заставке. Классно было бы. А как сделать? Слушай, чтобы так было. Я не умею. Да, я выберу. Папа не умеет. Ну, по папу спросим, как надо. Папа сейчас вот нам скажет. Ой, папа, подожди, смотри, сидит себе и... Ну так что, пошли? Давай пошли, вот этими ступеньками еще полезем, там красиво. Я боюсь сюда. Ты не бойся, Саня, осторожно. Ну конечно, тут смотри. Вау, да. Давай сейчас я меня с фоткой через телефончик. Ну подожди. Как-нибудь вот так. Ну давай. Давай пройдемся еще, смотри, как тут красиво, Саня. Ну, пожалуйста. Можешь?
вот на тенечке вот так холодновато. Ну давай, не идем тогда дальше. Походим потом, я выключу камеру. Осторожно, Саня. Осторожненько, не упади. Потому что... Ну давай я так вот покажу. Еще так красивенько. Тут многие наши горожане собираются в это место, потому что тут красиво. Горожане — это значит местечий, по-литовски местечий. Или как, или можно еще, знаешь, как сказать, горожане или гости города. С каким-то белым полотком. Так там, слушай, свадьба, может, давай посмотрим. Давай пойдем. О, класс, точно. Да. А где жених? Вот идет. Давай, иди, я поснимаю. Класс, супер, ну вот свадьбу еще снимем. Вообще, слушай, супер, Саня. Надо конфет, пожалуйста. Иди, попроси, может, тебе дадут. Конфет. Саня. Я никуда не пойду просить никаких конфет, даже... Ну давай ты не будешь там тогда, может, там, потому что видится освещение, люди смотрят, где немножко солнца побольше. Ну класс, Саня, давай будем наблюдать сдалека. Давай тогда я возьму телефон, тебя сниму. Холодно. На телефончике. Ой, холодно. Какая собачка! Сейчас. Серенькая! Это собачка! Камон! Так что? Поставим лайки? Нет, еще дома встретимся. Нет, дома будет другой ролик совсем, Саня. Уже дома не встретимся. А чехол планшета? Так, так покажем в следующем ролике. Окей. Хорошо? Ставим лайки, подписываемся. Пока! Пока-пока-пока, Саня! Прогулка. Классно так. Шуршат так листья. Тут как красиво, Саня. Тут каток прям. Да. Да, каток из листьев. Точно.